Я видел иск, который мне принесли. Причем несколько штук. Назначен на сегодня заседание на вот на Инфинбаре. Куда? Но вот это такой забавный иск, там бумажка, в которой написано, что значит от таких-то людей требуется 12 миллионов, а расчет прилагается. И никаких расчетов нет, ничего нет. Что ты можешь сказать? Я так понимаю, что просто Путин напрямую использует белорусские наработки в этом плане. Там довольно давно принято любым организаторам митинга вменять какие-то огромные штрафы и не требует, чтобы они платили огромные деньги. То есть в этом смысле ничего нового, использование белорусского опыта. Метро подлог на мысли. Метро подлог на мысли? Мы не знаем сумму. Что? Метро чем недовольны? Это таксомоторная компания подлог на мысли. Буквально полчаса назад. Ну, я сейчас. На такси. А можете, пожалуйста, прокомментировать уголовные дела по 212 статье, которые вы могли? Комментировать нечего, это очевидно сфабрикованные дела. И, ну, мне кажется, даже описываемая фабула дела, она абсолютно указывает на то, что дела сфабрикованы. Кинул в человека бумажным стаканчиком. Кинул кого-то пустой пластиковой бутылкой. И это называется массовые беспорядки. Ну, здесь нет ничего нового. Эти дела фабрикуются для того, чтобы абсолютно случайных первопопавшихся людей посадить под арест и просто таким бессмысленным актом террора просто запугать всех остальных. Алексей, и это делалось в 2012 году, это делается сейчас. Прошу покинуть.